5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы идем на рейд базы Казуто. Ладно. Не суть важно, эту базу я вроде бы знаю, начальная база должна быть. Ну, как бы начальная с, да, с остальными стенами, ладно. В общем, нам надо сломать только вот здесь, насколько я помню, тут 3 или 4 ящика должно быть. Как в обычной базе вот этой начальной, там чомпер. А тут у нас ящики, да, хорошо. И если что, в этих ящиках должна лежать броня. Насколько я помню. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, правильно сделал, что пришел уже в покоцанный. Так, ну пока стальные пластины, алюминиевые пластины. Очень даже неплохо. Это я сюда положу. Монтировка мне не нужна. Флешек нету, нету. Печальненько. Опа, а вот и бронечка. И еще и АК есть. Так, 40 хилок, в принципе, тоже неплохо. Так, наверное, вот это я тоже заберу. Смотрим, что дальше. Это у меня украли, это у меня украли. Дальше. Фу, я думал, взорвать что будет. Это у меня украли, хорошо. Вот это сперли, и вот это замечательно. Сюда положу. Так, все, что ли? И это у меня украли. Блин, ну как бы лута своего мало, конечно, но тем не менее что-то я нашел хотя бы. Больше вроде бы ничего интересного нету. Ладно, в принципе, так тоже неплохо. Я вообще все ящики открыл. Так, этот я открывал. Вот этот самый близкий тоже открывал. Здесь тоже ничего нету. И здесь пусто. Ну, в принципе, вот такой вот лут, ребят. На этом все. Если вам понравился этот рейд, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.